Перед началом видео рекомендую подписаться на свою группу ВК. В ней вы можете купить рекламу вашего канала, а также будете первыми узнавать о выходе новых видео. Всем привет! Вы на канале Black Fox, и сегодня я покажу, как сделать красивый профиль в Steam. Поехали! Сразу скажу, что это не бесплатно, и небольшую копеечку вам все же надо будет вложить. Если вы ищете что-то бесплатное, то закрывайте это видео. А те, кто готов потратить соточку, приятного просмотра. Если вы хотите, чтобы в вашем профиле был написан какой-нибудь текст, то купите эту игру и пройдите в ней все уровни. За каждый уровень вам будут давать определенную букву или значок. И потом в витрине достижений выбираете эту игру и ставите буквы. И ваш профиль сразу преобразится. Купите какой-нибудь фон по вашему вкусу, он также будет украшать ваш профиль. Но если вы не хотите покупать дорогие игры, то на каких-нибудь сайтах можно купить эти очки очень дешево, и вам отправят их подарком. Правда, чтобы вы могли ими пользоваться, нужно немного подождать. Купите рамку для вашей аватарки, желательно, чтобы она подходила по цвету. Рамка, кстати, как и фон, покупается за стимовские очки. Прокачивайте значки ваших игр до 5 уровня и тоже выставляйте их на витрину. Значки прокачиваются за счет карточек, и они стоят крайне дешево. Улучшайте свой стимовский профиль и помните, чем выше уровень, тем больше уважухи вы получите от других игроков, ну а также откроется больше функций. Если у вас много времени, то вы можете в какой-нибудь игре проходить все достижения. Если вы получите все достижения, то у вас это отобразится в вашем профиле. Ну что же, видео подходит к концу, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а с вами был Black Fox, спасибо за просмотр, всем удачи и пока!